Сегодня 12 ноября. Мы с вами находимся в центре Варны. И я приглашаю вас прогуляться к морю. Это одна из любимых прогулочных улиц варненцев. Этот молодой музыкант из Гватемалы. Уже около месяца он гастролирует на улицах Варны, и я выкладывала видео о нем на своем канале. И пусть сегодня его чудесная музыка сопровождает нас на прогулке к морю. Воскресный денек, и мы идем к морю. Это фермерский базар, который проходит здесь по воскресеньям. Продукты, которые производят фермеры болгарские, и здесь продают. В общем-то, покупатели уже практически постоянные, очень заинтересованные в этих натуральных продуктах. Несколько видео на моем канале есть, посвященные фермерскому базару и моим интервью, моим разговорам с болгарскими производителями. Можете их посмотреть. Везде ходят с детьми. Да, я понял, да, но... А вот здесь сегодня выставка, изложение, выставка продукции, которые производят в регионе ближайшем Варненском. Товары, которые производятся болгарскими производителями. Я все равно иду на море. И вот это вход в морской парк Варны, морская градинка. Про морскую градинку у меня тоже есть несколько специальных видео. И там виднеется море. И я иду на море. Приглашаю вас со мной. На 7,5 километров протянулся этот парк вдоль берега моря, и Варна протянулась уже тоже и вдоль моря, и вдоль парка. Это морское казино, в котором не играют. Здесь проходит очень много культурно-развлекательных мероприятий. Это один из символов Варны. А это здание радио Варна.
которая тоже используется как площадка для различных культурных мероприятий. И это еще одно видео, рассказывающее о здании радио Варны. Есть на моем канале, и даже есть несколько концертов, которые я записывала именно здесь. Здесь прекрасная акустика в зале для мероприятий. Погода такая, что совершенно по-разному все одеты или уже раздеты. Когда светит солнышко, то тепло. Заходишь в тень, уже другая температура. К вечеру будет еще более прохладно. И даже парусники. Сейчас спустимся, посмотрим, что происходит на городском пляже. Снимать, конечно, сложно. Вон это. Очень яркое солнце. Здесь, я смотрю, никто не отважился раздеться и позагорать по-настоящему. Пойдем посмотрим дальше. Это называется Краенбрежна аллея. Здесь можно чудесно погулять. Любоваться морем или посидеть в ресторанчике. Болгары очень любят и то, и другое. Особенно вот в такую замечательную погоду. И русскоязычных здесь вполне хватает. Машины, только желающих гулять вдоль моря. Ну вот и добрались до того места, где раздетых людей можно наблюдать в ноябре месяце. Практически в середине ноября. И лебеди.
Сегодня их так много здесь. Про этот минеральный бассейн на берегу моря смотрите отдельное видео на канале. А я пока пошла получать пользу от этой очень-очень и очень полезной минеральной воды. Варнинской минеральной воды.